Добрый день, уважаемые слушатели. Приветствую вас в лектории «Исторические субботы» в совместном проекте Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества. Тема сегодняшней лекции – «Позитивная история России. Идеалистический подход». Лекцию читает доктор исторических наук, научный консультант Тульского государственного музея оружия Григорий Иванович Герасимов. Спасибо. Уважаемые слушатели, название лекции, наверное, некоторых отпугнуло, потому что в прошлый раз, когда я читал здесь лекцию, народу было больше. Но, с другой стороны, такое название немножко заинтриговывает, потому что если с позитивной историей еще что-то понятно, то с идеалистическим подходом, наверное, ничего не понятно. Я отношу себя к вымирающему или, наоборот, к возрождающемуся племени идеалистов, но идеалистов не в морально-этическом смысле, а идеалистов в философском смысле. И что такое идеалистический подход, мы об этом немножко позже поговорим. Ну а сейчас я хотел бы сказать, что под позитивной историей я понимаю не столько положительную, уж тем более неприлизанную, сусальную сказку, миф, а великую трагическую правду в ее русском понимании о судьбе, предназначении и идее, которую реализует Россия и ее народ в истории. Кажется, что каждый народ стремится иметь хорошую историю, хотя это, в общем-то, как потом будет ясно, не совсем так, дало основание профессиональным историкам для утверждения о том, что национальные истории идеологизированы, поскольку они пишутся по заказу власти и искажают факты в угоду политической конъюнктуры. В этом есть своя доля правды, однако говорить о том, что всякая власть всегда хочет иметь хорошую историю, это не так. Вспомним хотя бы наше не такое далекое прошлое, когда большевики пришли к власти, они переписали историю и из положительной истории дореволюционной России, а у нас была в дореволюционной России положительная, несомненная история, получилась отрицательная. Весь дореволюционный период был в минорных тонах описан. Положительная история начиналась только с советской эпохи. Этот пример хорошо показывает, что власти и обществу не всегда нужна позитивная история. И вообще, этот пример показывает, что позитивная история – это вообще история, это подчиненная часть чего-то большего, она от чего-то зависит. Именно поэтому истории так часто переписываются. Это большее – это то господствующее мировоззрение, которое диктует образ не только прошлого, но и будущего. Прошлого и будущего нет, есть только образы этих, того и другого. И они могут меняться. И мы с вами, я вижу здесь людей, которые жили и при советской власти, и при современной, и людей, интересующихся историей, вы знаете, что на нашем веку минимум 3 раза история переписывалась. И это не есть что-то ненормальное. Это есть обычная вещь в обществе, где меняется мировоззрение. То есть точка, с которой мы смотрим на прошлое и на будущее. И оцениваем настоящее. Какие истории России мы имеем в нашей довольно богатой отечественной историографии? В досоветской историографии, как я уже говорил, преобладали позитивные образы прошлого, хотя отдельные периоды могли оцениваться как отрицательные. Например, вспомним правление Ивана Грозного в карамзинской истории государства российского. В целом дореволюционная история России была положительной. Большевики, как уже было сказано, весь дореволюционный период объявили по существу предысторией, и эта предыстория была отрицательная. Зачем коммунистам потребовалась отрицательная история? Тому было несколько причин. Первая и самая главная заключалась в том, что такая история не соответствовала марксистской теории, которая говорила, что предыдущие формации, рабовладельческая, феодальная и капиталистическая, были формациями угнетения рабочего класса, и поэтому, естественно, история, которую они творили, была негативной.
С другой стороны, такая история, отрицательная история, лучше оттеняла успехи и достижения советского народа, которые, несомненно, были, и на фоне вот той предшествующей истории они были, казались больше. Второй причиной или одной из второстепенных причин создания большевиками отрицательной истории, на которую я сравнительно недавно обратил внимание, это была национальная политика. Дело в том, что объявив Россию тюрьмой народов, угнетающей колонизированные народности и народы, тем самым большевики отказывались от исторической преемственности в области национальной политики царского правительства. Осуждали ее и таким образом, признавая, что царское правительство угнетало население окраин, они открещивались от этой политики. Они говорили, теперь все будет по-другому. И благодаря этому они создали нормальные отношения между русским и другими народами. Это было, ну, на мой взгляд, мудрое решение пожертвовать несуществующим прошлым ради реального положительного настоящего. Тогда это сработало. В этот же период в эмиграции создается противоположный образ прошлого, где дореволюционный период по-прежнему оценивается положительно, а советский – отрицательно. Причины, в общем-то, понятны, не требуют комментариев. Там преобладали антисоветские настроения, антисоветские доктрины. И, значит, досоветский период был положительным, а вот советский период был, значит, отрицательным. К 1985 году советский народ имел огромную по времени отрицательную дореволюционную историю и довольно большой, примерно 70-летний, позитивный исторический период. Советская история была фактическим обоснованием и одновременно практическим подтверждением марксистско-ленинской теории. Она была тем фундаментом, на котором эта теория держалась. Исторические факты подтверждали теорию, теория их объясняла. Если этот фундамент разрушить, то теория повисала в воздухе, а затем и рушилась, чему мы с вами и были свидетелями. Как вспомним, что перестройка началась с открытия исторической, в кавычках, правды о советском времени. Почти вся эта правда была известна профессиональным историкам-марксистам, коими мы все тогда были, но считалось неизбежным следствием отдельных ошибок первостроителей коммунизма, и они старались не очень-то говорить. Однако собранные, проанализированные с либеральных позиций факты представили советскую историю исключительно в негативном виде. Это был сильнейший удар по теории коммунизма, который в конце концов привел к падению власти, к падению коммунистической партии и распаду СССР. И, как я уже сказал, начало этому процессу был положен как раз пересмотром истории, исторических фактов о советском периоде. В результате перестройки к власти пришли либералы, именно их выбрал на свободных выборах начала 90-х годов народ. Либералы, либеральное мировоззрение, как система идей, в основе которой лежит свобода, на короткое время стало господствующей. Власть и общество начали строить новую жизнь на либеральных основах. Но, естественно, что невозможно строить либеральное светлое будущее, имея положительное коммунистическое прошлое. Потому что если прошлое коммунистическое положительное, зачем его разрушали? Вот. Поэтому, конечно, нужно было поменять прошлое. И этим активно занялись. И, значит, начали писать историю с либеральных позиций. В основном это были заимствованные на Западе исторические концепции, такие как цивилизационная, модернизационная, культурологическая, имею в виду школу аналов, ну и ряд других. С этих позиций оценка исторических фактов и событий давалась с точки зрения соответствия их идее свободы. Искал народ свободу – хорошо, не искал – плохо. Значит, события или действия исторических деятелей соответствовали расширению свободы – хорошо, не соответствовали – плохо. Однако, если мы
посмотрим в историю, русский народ в своих исторических действиях никогда не руководствовался идеями свободы. Это идеи, вот как идеи, причем идеи в западном понимании, у нас не было. У нас была идея христианская, идея свободы. В христианстве существует своя идея свободы, но она не идентична западной идее. Если в христианстве есть свобода творить добро, то на Западе свобода – это свобода творить и добро, и зло. Это абсолютная по существу свобода. Поэтому это различные понимания. У нас есть еще одно близкое в истории, мы находим понимание к свободе – это воля. Но, значит, сравнивать, или вернее, приравнивать в русскую, там, разинскую или пугачевскую понимание воли к западному либерализму, ну, совершенно не, невозможно. Это разные понятия. Отчетливо в российской и советской истории прослеживаются идеи справедливости, коллективизма, любви к родине, другие идеи. Это хорошие, благородные, на мой взгляд, идеи, но среди них нет идеи свободы. Поэтому, если вы возьмете любую историческую книгу, написанную отечественным историком с позиции любой либеральной концепции, то она окажется отрицательной. При этом такой историк может быть патриотом, искренне любящим свою страну, народ, но поскольку он смотрит на наше прошлое сквозь очки, сквозь призму либеральных идей, то ничего положительного там не находит. И как любящий сын Отечества делает горький, но закономерный вывод о том, что народец у нас негодный, и история наша плохонькая. Основание этому, этой традиции положил еще Чаадаев, вспомним его, вот, когда он, значит, тоже посмотрел с европейских позиций на историю России и ужаснулся. Ну и добро бы он делал это, и как в свое время большевики, я имею в виду либеральный историк, из практического интереса формирования добрососедских отношений народов страны, так нет. Его история еще более ухудшает межэтнические отношения, обостряет социально-политическую обстановку в стране. И то прошлое, которого, вспомним, нет, негативно влияет на наши сегодняшние отношения. Происходит это только потому, что за основу построения образа прошлого взята либеральная идея. Наш народ, создавший самое большое в мире государство, сверхдержаву, еще недавно считавшийся лидером третьего человечества, смотрит на себя в зеркало этой истории и не узнает. На него из прошлого глядит изувер-садист, гнобивший неизвестно ради чего и свой, и иные страны, и народы. Я родился в середине прошлого века и хорошо помню советскую действительность, и я не узнаю ее в некоторых сочинениях наших либеральных историков. Итак, из краткого исторического экскурса в отечественную историографию можно сделать вывод о том, что истории бывают разные, хорошие и плохие, и какой образ прошлого создаст историк во многом зависит от того, с какой теорией он подходит к анализу исторических фактов. Поскольку образ прошлого, поскольку история, которая была создана в последние годы, меня не удовлетворяла, как, впрочем, и коммунистическая история меня тоже не удовлетворяла, ну, я решил создать свой способ написания истории. Начальная мысль была проста. Понимая историю как действие людей, я начал искать причину того, что заставляет их действовать тем или иным образом. Человек действует под влиянием собственных идей и внешних обстоятельств. Поэтому сложно выбрать, что является главным. У нас в основном считается, в отечественной историографии вы найдете, что главным считаются внешние факторы, которые определяют действия людей. Это география, климат, технологии, производственные отношения и производительные силы и множество другого. Это каким-то образом влияет на человека, и он под воздействием внешних сил производит те или иные исторические действия. В этом случае человек является просто марионеткой внешних сил. Вот я с этим не согласен. Я считаю, что человек, я, вы, здесь присутствующие, мы делаем нашу историю, а не внешние силы за нас. Мне как-то иногда чудно становится, как это завод, построенный человеком, определяет его историю. Но не может
предмет определять действие и историю Создателя. И вот ведь не факт, не факт. Ну, вот у меня такая точка зрения. Поэтому давайте мы сейчас не будем в дискуссию вдаваться. У нас после окончания лекции отводится время на вопросы. И я отвечу на ваши вопросы с большим удовольствием. А сейчас я изложу вот свою необычную немножко теорию. Человек, как я уже сказал, действует под влиянием собственных идей и внешних обстоятельств, поэтому сложно выбрать, что является главным. Однако эта сложность отпадает, если правильно понять суть и смысл человеческой истории. В отличие от истории природной, история человечества есть прежде всего история изменений, причем изменений, привносящих в жизнь нечто новое, нарушающее цикл существования поколения людей, меняющее их окружающий мир и их самих. Животные, не имеющие разума, несмотря на то, что на них действуют те же внешние силы, что и на человека, живут неисторической силой, жизнью. Почему? Потому что они не создают новых идей, меняющих окружающую действительность, и не производят, соответственно, новых действий, не меняют вокруг себя окружающей среды. Некоторые народы, которые застыли в своем творческом развитии, тоже превращаются в неисторические, поскольку перестают создавать новые вещи, технологии, социальные формы, обычаи, традиции, отношения и так далее. Они прекращают творить, и их жизнь идет по кругу. Жизнь одного поколения повторяет в точности жизнь другого поколения. Таким образом, я вышел на главную причину, на мой взгляд, истории – это человеческое творчество. То есть человеческое творчество, заключающееся сначала в создании идеи, а потом являющееся основой для действия исторического, является основой нашей истории. Творчество, надо сказать, это один из малоизученных феноменов природы и природы. Как показывает изучение, человек обладает самым мощным творческим потенциалом, хотя какой-то творческий потенциал есть и в живой природе. Ну, вспомним того же бобра, который был же когда-то первый бобр, который создал плотину. Или первая пчела, которая слепила соты. Но дальше почему-то они вот не стали развиваться, и не появился второй бобр, который там и усовершенствовал эту плотину. Вот, ну, не будем в жизнь бобров вдаваться и в их историю. А вот у человека творчество сопровождает постоянно. И чем больше творчества в том или ином народе, тем стремительнее его история, тем стремительнее происходит изменение, и он быстрее развивается. В чем заключается процесс творчества как основа истории? Он заключается в том, что человек создает новую идею преобразования окружающего мира либо создания чего-то нового, нематериального. Эта идея – главное творческое действие. Без идеи ничего нового создать нельзя. Неосознанно ничего нового вы не создадите. То есть любому историческому действию всегда предшествует какая-то идея. Это может быть своя идея, а может быть заимствованная идея. После того, как идея создана, она осуществляется человеком во внешнем мире при помощи множества способов, инструментов и так далее. Ну, первый способ – это физическая сила, труд человека. Есть убеждения людей, есть насилие как способ осуществления тех или иных идей. Ну, а сейчас арсенал воплощения идей в жизнь стремительно расширяется. Он включает колоссальное количество форм, методов, способов научных, технических, социальных, экономических, технологических, уже и виртуальные есть способы и так далее. Что дает нового исследователю понимание идеи как главной движущей силы истории? Прежде всего, такой подход ставит в ее центр человека впервые, а не внешние силы и факторы. Человек впервые становится подлинным творцом своей истории.
Поскольку главной движущей силой истории становится идея, то изучение и создание истории нужно начинать с изучения тех идей, которыми руководствовались люди в своих исторических действиях. Мы обычно начинаем с изучения окружающей среды, обстановки, экономических факторов, если мы приверженцы экономического детерминизма, технологий, если мы приверженцы технологического детерминизма и так далее. Комплексы этих идей в форме мировоззрения лежат в основе действий больших масс людей, создают социальные общности, народы, нации, цивилизации, социальные формы. Обычно каждая полноценная мировоззренческая система создает не только устойчивые формы поведения и социальные группы людей, но и создает свою этику, способ мышления и логику. Именно поэтому понять действия людей можно только поняв их мировоззрение, которым они руководствовались в своих действиях. Очень часто историк не понимает, почему тот или иной человек в истории совершил то или иное действие. Оно кажется абсурдным, оно кажется нелогичным, оно кажется ошибочным. Это часто относится на счет заблуждений, ошибок и так далее. Чаще всего о действиях и поступках людей, которые руководствовались прошлым мировоззрением, судят с позиции сегодняшней мировоззренческой ситуации, и обычно выходит, что наши предки были людьми недалекими, руководствовались ущербными моральными нормами, были суеверными, верили в потусторонние силы, вообще ничего, кроме ошибок, не совершали. Это неправильно, поскольку хотя бы не объясняет того факта, откуда у него взялось столь талантливое потомство нынешнего поколения людей. Вспомним, что мы мало отличаемся от своих родителей, и не надо к ним подходить строго, просто они думали по-другому и действовали по-другому. Если подойти к оценке и интерпретации исторических событий с позиции идеалистического подхода, то окажется, что подавляющее большинство людей действовало рационально и умно, исходя из господствующего мировоззрения. Ну, например, если человек верил в Бога, то во всем полагался на его помощь. При засухе совершал болезнь, при болезни причащался, соборовался. Иногда это помогало. Вот. Ну, иногда помогают и нынешние агротехнические способы, а и медицина иногда наша нынешняя помогает. Я не знаю, статистики у меня нет, но не думаю, что разница столь велика. Вот. Это поведение логически вытекало из христианского мировоззрения и было единственно правильным для верующего человека. Так поступают и сегодня верующие люди. Оценивать их поведение как ошибочное, на мой взгляд, неправомерно. Что такое позитивная или положительная история России? Позитивная – это такая история, которая создает образ прошлого, представляющий собой последовательное созидательное движение русского и других народов, населявших территорию нашей страны к лучшей жизни, так, как они ее понимали в период своей жизни. Не так, как понимаем мы, а так, как они понимали. В этом большая разница. Ну, такая история, могу похвастаться, уже создана. Вот в этом году вышла моя книжка «Мировоззренческие основы истории России». Она посвящена в основном периоду середины XIX – начала XX века. Ее теория – идеалистический подход. В ее основе лежит творческая деятельность человека как двигателя исторического развития. История, рассмотренная с таких позиций, предстает как результат создание, усвоение и претворение в жизни идей, созданных человеческим разумом, и, следовательно, она, эта история, разумна. Российская история идеалистична по своей сути, даже когда в России были господствовал материализм в виде марксизма, проповедовавшие его большевики, на мой взгляд, были самыми большими в мире идеалистами. Их деятельность – яркий пример осуществления проекта утопии. Русский человек по своей натуре, несомненно, идеалист, а не материалист, но на это отличие от западного бюргера указывали многие русские мыслители, ну и в частности Константин Леонтьев, к примеру. Тяга к красивой, великой, справедливой идее позволила относительно безболезненно принять христианство
И уверовав в Христа, русский человек почти 900 лет хранил эту веру, пока не соблазнился западными идеями, западным благополучием, сначала в форме либерализма, затем в форме коммунизма, а потом опять либерализм. Традиционная история, совершаемая с позиции иного мировоззрения, рассматривается как ошибочная. Идеалистический подход считает, что это неправильно. Оценивать действия того или иного исторического деятеля критериями сегодняшнего дня нельзя, поскольку он не знал о них, об этих критериях, современные идеи не разделял и им не следовал. Как нельзя судить человека по законам будущего, о которых он не ведал и знать, которые он, конечно, не мог, точно так нельзя судить о действиях человека с тех мировоззренческих позиций, которых в прошлом просто не существовало. Максимум, что может историк, это дать оценку с позиции тогдашнего господствующего в обществе мировоззрения. Однако в этом случае большинство действий исторических деятелей оказываются правильными. Обычно предков мы осуждаем за то, что они действовали не так, как это сделали бы мы, сегодняшние, исходя из нынешних взглядов, мировосприятия и опыта. Конечно, если, допустим, оценивать действия царя с позиции марксизма, то он ретроград, глава класса угнетателей, преступник, а вот русской православной церкви с других мировоззренческих позиций, он оценивается совсем по-другому, он причислен к лику святых. Два диаметрально противоположных мировоззренческих подхода рождают антагонистические оценки личности последнего русского царя. Для проверки идеалистического подхода как варианта позитивной истории вот в этой книге я выбрал не случайно ключевой для нашей истории период, которым, на мой взгляд, является период середины XIX – начала XX века. Именно тогда произошел трагический перелом в судьбе государства и народа, подготовивший три русских революции. Объяснив этот перелом, можно объяснить и всю последующую, предыдущую историю императорской России, последующую советской России. В этом сколке содержится все. Российская история с позиции идеалистического подхода предстает как закономерный результат идейно-творческой деятельности русского народа. Ну, начать пришлось издалека, с допетровского времени, потому что в царской России, в императорской России господствующим мировоззрением было мировоззрение православное. И это мировоззрение мы унаследовали от Византии, а потом хранили сами в период Святой Руси. И православие в то время определяло все стороны жизни быта страны, народа, начиная от последнего крестьянина и заканчивая царем. Лишь с позиции сегодняшнего материалистического рационализма средневековая Русь кажется сонной, недвижимой, застывшей в своем развитии. Только храмы, крепости да иконы остались от того периода из материальных вещей. Но народ жил в то время напряженной духовной жизнью, сегодня нам мало понятной, а потому чаще всего принимаемой за застой или умственную ленность. Действительно, в Святой Руси мало интересовались внешним миром, изучавшим его науку. Материальный мир православному человеку не интересен. Ему было чуждо накопление богатства. Если он богател на торговле или землепашестве, то весь свой капитал чаще всего жертвовал на постройку храма, что считалось лучшим вложением денег. И этих храмов по всей Руси стоит огромное количество. В этих условиях, конечно, подъем предпринимательской активности был невозможен, а значит, невозможна экономика капиталистического типа. Сегодня часто ищут в России, в той Руси зачатки наук, техники, искусства, ищут напрасно. Они были неинтересны русскому православному человеку. Это не значит, что он был темен, забит и жил, у Бога. Нет, вот та высокодуховная жизнь, которую он жил, которую мы узнаем из житий русских святых, она была, на мой взгляд, прекрасна. Творя добро и любовь, они удовлетворяли свои духовные потребности и получали недоступное нам сегодня высшее удовлетворение, несравнимое ни с какими гедонистическими наслаждениями материалистического плана.
Однако путь праведника труден, многосложен, получение же материальных удовольствий просто дешево и легко в сравнении с удовольствиями духовными. Поэтому, когда русский человек столкнулся с рационалистическим Западом, уже вкусившим этих удовольствий, получаемых от материальной жизни, то русский человек соблазнился ими и постепенно пошел по западному пути. Причем этот выбор сделан был не народом, а его элитой. Но и ее вряд ли надо осуждать, потому что власть оказалась в то время перед исключительно трудной дилеммой. Либо сохранить православие во всей своей чистоте, то есть не интересующееся внешним, мирским, либо перенять чуждую культуру, чуждую, особенно военную культуру, для того, чтобы защитить это православие. Первоначально мысли о том, чтобы отказаться от православия, конечно, ни у кого не было, ни вверху, ни внизу. Выбор был труден, этот выбор, как вы знаете, сделал царь Петр. И на примере этого поворота отчетливо видно, что в этой истории нет правых и виноватых, нет злых и праведных. Все стремились к лучшему для своей страны и своего народа. Но вот только пути к этому лучшему вели диаметрально противоположные. Каждый из них, вот Петровский, реализованный в истории, или путь его идейных противников, наиболее яркими из которых являлись староверы, которые считали Петра антихристом. Любой из этих путей, он не был гладким, они все были усеяны трупами и залиты кровью. По какому бы пути мы ни пошли, мы везде сталкивались вот с этим. Хорошего, счастливого, безболезненного выхода из той трагической ситуации не было. В этом неизбывный трагизм русской истории. Ведь потеряя мы независимость, но сохранив православие, потеряя независимость вследствие своей военно-технической отсталости, то мы стали бы колонией Запада, нас вырезали бы, как американских индейцев, чтобы очистить землю для колонизаторов. Можно спорить, сколько больше бы мы потеряли тогда людей, меньше бы потеряли, чем в ходе Петровских войн и реформ. Я думаю, что больше, но это мое личное, в общем-то, мнение. Трагизм Петровских реформ еще и в том, что, пойдя на частичные уступки, попытались сохранить православие. Но, как говорят в народе, коготок увяз, все птички пропасть. Сначала импортировали вещи, вооружение, оборудование, но вскоре выяснилось, что они не могут быть усвоены, освоены, воспроизведены, использованы по назначению, если не понимать, как они действуют, какие идеи в них заложены и так далее. Начали интересоваться науками, начали интересоваться технологиями, техниками, смотреть, как что устроено. И начали все эти идеи потекли с Запада, и начали усваивать политические идеи, социальные идеи, а все эти идеи были гуманистические, антихристианские, секулярные. И вот все это усвоение длилось целый век совершенно свободно, весь 18 век наша образованная часть общества впитывала эти идеи. Результат не замедлил сказаться. Декабристы – первое проявление в политической сфере. Это первое столкновение новой прозападной идейной политической оппозиции и власти. В нашей историографии принято вставать на ту или иную сторону. Если декабристы хороши, то царь плох. Если царь хорош, то декабристы плохи. Но в этой истории, как и почти во всей российской истории, нет хороших и плохих. Обе стороны хотели стране и народу лучшей воли. Пути к ней видели разные. Обе стороны готовы были жертвовать собой ради счастья и процветания родины и народа. Только идеи, как достичь этого счастья, были у них различны. Поэтому я бы не осуждал ни ту, ни другую сторону. Так у нас очень часто будет в нашей истории было и будет еще не раз. Итак, в результате вот этого мировоззренческого сдвига, в результате усвоения западных идей Россия разделилась наверху безбожная элита, внизу православный народ, над всем этим русский царь, который правит только благодаря санкции православной церкви и вере православного русского народа. Стоит царя или церковь тронуть, рассыплется страна, государство, народ, наступит смута. Ну и если остановить процесс
усвоение западного знания и технологии тоже будет не лучше. Мы сразу станем объектом нападения и порабощения внешнего противника. Весь XIX век власть пыталась найти возможное соотношение западного рационализма и православной веры. Совместить, как оказалось, несовместимое, поскольку сказано в Нагорной проповеди: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамонне», сказано в Евангелии от Матфея. Поиск наименьшего зла был постоянной заботой власти. Понимали, что без наук нельзя, но и какую науку ни возьми, она всякое противоречит православию. Поэтому то математику запретят, то философию отменят. И без них нельзя, и с ними невозможно. Многие русские цари, особенно по молодости, грешили либерализмом, но заканчивали свое правление почти всегда реакционерами. Понимали, что свобода, наука, рационализм ведут к упадку веры, ослаблению власти, а за ними последует распад, смута, резня, кровь. Дольше всех этого не мог понять и так и не понял Александр II Освободитель. Он провел наиболее глубокие либеральные реформы, подошел к той черте, переступи которую, и обрушится государство российское. Кстати, его сын Александр III это хорошо понимал и многие из реформ отменил. Хотя, конечно, отменить усвоение западных идей он не мог, и вернуться назад тоже Россия была в то время не в состоянии. Это, кстати, еще одна трагическая страница нашей истории. Это вот я имею в виду судьба Александра II. Революционеры, желающие освобождения народа, убивают царя-освободителя этого народа. И опять ради осуществления лучшей доли для народа и страны люди жертвуют своими жизнями. Одни идут на каторгу, другие казнят, заточают в темницу. У каждого своя правда, у каждого чистая совесть. Потому что нет единой правды и единой морали. У христианина и революционера они разные. Но это не мешает обеим сторонам во имя спасения страны и народа лить кровь и сеять смерть без счета. Это трагическая история, но это не история подлости, обмана или глупости. Это история самопожертвования, чести, верности, долгу и идеи с обеих сторон. Почитайте советскую историю, вы увидите героизм и жертвенность революционеров. Почитайте монархических авторов – и вы найдете тот же героизм и жертвенность среди защитников веры, царя и Отечества. Просто нужно понимать, что они боролись за разно понимаемое счастье народа и страны. Мне возразят, что с той и с другой стороны были предатели, карьеристы, садисты. Да, они были, есть и будут, но везде и всегда их меньшинство. А большинство – это искренние герои своего Отечества и народа. И хорошо, что не все улицы у нас еще переименовали. Где-то господствуют и те, кто царя защищал, и те, кто с ним боролся. И те, и другие положили свои жизни за идеи будущего народного счастья либо процветания существующей державы. И это позитивная история. Один момент, над которым в последнее время очень много и напряженно думал. В нашей историографии много и справедливо пишут о множестве жертв, безвинно убиенных, их судьбы изучают, исследуют, ставят кресты, памятные знаки. А меня в последнее время больше в нашей истории интересует трагическая фигура палача, того, кто расстреливал, вешал, убивал. Таких очень много у нас. Покопайтесь в своей родне. Почему? Потому что убийство, особенно безоружных, беспомощных, это бесчеловечное, античеловеческое, противобожеское, страшное дело. На войне, я был на войне, человека убить страшно, а беззащитного страшнее 100 крат. Нужно быть очень убежденным в своей правоте, чтобы без последствий для собственной психики и сознания убивать людей, особенно соотечественников. Я когда смотрю на фотографии некоторых, меня поразила фотография одного, значит, сталинского палача, он расстрелял, по-моему, больше 10 тысяч человек. На меня со стороны с фотографии глядело лицо сельского интеллигента в очочках с такими усиками.
Это не был типаж Ломбразо, это самое. Это был обычный человек, который, наверное, приходил с работы и крепко, хорошо спал. Потому что он был уверен, что он очищает эту землю от врагов народа. Иначе невозможно. Я потом об этом еще буду говорить. История показывает, что проще всего льется кровь во имя великой идеи. И чем больше идеи, тем больше крови. Чем прекраснее идея, призванная осчастливить все человечество, тем больше ради нее будет убиты людей. В этом злая история, злая ирония истории особенно видна. Больше всего людей поубивали во имя христианской любви, коммунизма, свободы, либерализма или попытки построить счастье своего народа, как фашисты на костях всего остального человечества. Убить во имя великой цели значит очистить землю от той нечисти, которая мешает человечеству вести, прийти к великому счастью. Именно так поступали большевики до 20-го съезда КПСС, который первый заронил сомнения в правильности их действия, когда было сказано, что убивали не врагов народа, а безвинных. И вот эта вот простая идея, она сначала сократила масштабы репрессий, а потом вовсе убивать прекратили, потому что не были уверены, что правильно поступают. А сомневающийся в своей правоте кровь лить понапрасну не сможет. В застой расстреливать перестали, за границу высылали, 40 давали, а убивать врагов уже не могли. Чем больше сомневались в идее коммунизма, тем гуманнее становился режим. Это отчетливо видно в истории. В перестроечные годы даже арестовывать прекратили тех, кто выступал против советской власти, уже не могли. У сталинского любого НКВДшника такой мысли даже в голове не могло зародиться. Идея иссякла, а с ней иссякло и кровопролитие, потому что нормальный человек может убивать только ради великой идеи. Просто так, из удовольствия, кровь льет только садист и убийца, а таковых в народе, как я уже сказал, единицы. Как это ни странно, но самые позитивные страницы российской истории посвящены войнам, в которых наш народ проявил лучшие качества защитника, христианина, готового положить душу свою за други свои. Великая Отечественная война, в которой СССР потерял 27 миллионов человек, наш величайший подвиг, до сих пор объединяющий нас в единый народ. История этой войны, без сомнения, позитивная история. История России, рассмотренная с позиции идеалистического подхода, предстает картиной непрерывного творчества по созданию, поддержанию и сохранению громадной страны, поиску путей ее развития. Основное противоречие на рубеже XIX-XX веков – это противоречие между набиравшим критическую массу западным рационалистическим мировоззрением и православием. Западное мировоззрение в российском обществе сформировало несколько социально-политических концепций, главными среди которых были либеральное и коммунистическое. Православное мировоззрение сформировало доктрину официальной народности. Помните, да? Православие, самодержавие, народность. Кстати, ее создатель, граф Сергей Уваров, был атеист. Вот, ну и не буду еще добавлять, кто. То есть атеист создал вот концепцию для Русской Православной Церкви. Православие как мировоззрение находилось в глубоком кризисе. Вот, как сказал на патриаршей проповеди 4 ноября 2017 года патриарх Кирилл, я зачитаю эту цитату, «Если отмести политическую конъюнктуру и взглянуть беспристрастно, то мы поймем, что наши национальные болезни, приведшие к катастрофе век назад, начались не год, не за 5, даже не за 10, а как минимум за 200 лет до 1917 года, когда стали разрушаться духовные основы нашего просвещенного общества, так называемые элиты. Люди начали терять внутренний суверенитет, отдавая свой разум и душу тому, что приходило извне, воспринимая сигналы извне абсолютно некритически, подверстывая их под свою веру, свое мировоззрение, что и привело к утрате веры, к духовному и интеллектуальному помрачению. Многие задают справедливый вопрос, а что же церковь? Почему она не остановила этот процесс?
У церкви есть ответ. При видимом благополучии церковь была по рукам и ногам скована государством. Вот первые три четверти этого высказывания, ну, это полное повторение того, что я говорил на лекции. Здесь мы полностью согласны. И я согласен с патриархом и надеюсь, что он со мной, но он меня не читал. Вот. А вот завершающий с концовкой о том, что церковь была скована по рукам и ногам, так это выбор самой церкви. Когда патриаршество ликвидировали, никто из иерархов не возвысил свой голос. Ну, были там некоторые, в истории встречается несколько митрополитов, но их сослали в монастырь. И на этом все сопротивление закончилось. А вообще церкви в России очень удобно находиться под зонтиком государственной власти. Очень легко вести пасторскую работу, многие проблемы решаются легко и так далее. Но это всегда ведет к утрате самостоятельности, внутреннего суверенитета церковного, что и произошло в годы имперской России, то, о чем говорит патриарх Кирилл. Церковь, как тогда говорили, находилась в синодальном пленении. Ею управляли чиновники государственного ведомства, и главный, значит, по религии был оберпрокурор Святейшего Синода. Однажды назначили гусарского генерала, и он писал своему другу: «Дружище, говорит, не поверишь, я теперь патриарх, я теперь папа римский, я теперь черт знает что». Вот так вот писал высший глава нашей церкви. Поскольку, ну, вернемся к нашему идеализму, поскольку эффективность и конкурентоспособность идей проверяется в объективном мире, то преимущество определенно было за европейским рационализмом, на основе которого развивалась экономика, наука, техника, технологии, вооружение, армия. Улучшался быт и условия жизни. Западные идеи господствовали в сознании образованной части населения, сформировав социально и политически активное оппозиционное меньшинство, подчеркиваю, меньшинство. Этих людей было относительно немного на фоне многомиллионной массы формально православного народа. Однако это меньшинство было готово на активные действия, а многие были готовы идти на жертвы ради реализации своих идей. Они готовили революцию, организовывали митинги, покушения на представителей царской администрации, за это арестовывались, ссылались, некоторых казнили. Несмотря на то, что материальное и организационное преимущество было на стороне власти, оппозиция оказалась сильнее. Почему? Потому что ее сторонники, несмотря на их малочисленность, были готовы убивать и умирать за свои идеи. А их противники все меньше были способны на подобные действия. Такая же ситуация случилась и в застойные годы в СССР. Диссидентов было тысячи человек, все известны по фамилии. Они свергли советскую власть. И в то время революционеры готовили революцию, организовывали митинги, покушение на представителей царской администрации, за это арестовывались, ссылались, некоторых казнили. Несмотря на то, что материальное и организационное преимущество было на стороне власти, оппозиция оказалась сильнее, потому что ее сторонники были готовы на решительные действия, а противники все меньше и меньше были готовы к этому. Уже в годы Первой русской революции армия и флот заколебались, некоторые части перешли на сторону восставших. Правительство уже не могло массированно применять имеющуюся у нее силу из опасения, что войска перейдут на сторону революционеров. В 1917 году, когда крестьянство под влиянием военных неудач окончательно разочаровалось в самодержавии, тогда вчерашние крестьяне, ставшие солдатами Петроградского гарнизона, перешли на сторону восставших рабочих. Власть в столице пала, царь, неподдержанный армией, отрекся от престола, православная церковь в лице ее высших иерархов приветствовала переход власти к временному правительству. И в этом кульминационном для российской истории моменте мы тоже видим, как масса людей действует в соответствии с теми идеями, которые им кажутся верными. Солдаты не предают защищаемых их ценностей и идеалов, они у них просто меняются. И поэтому они начинают действовать в соответствии с этими новыми ценностями, которые они усвоили от революционеров,
и в которые начинают верить под влиянием как ухудшающегося положения на фронте, так и антиправительственной пропаганды. Март-октябрь 1917 года, время правления Временного правительства, это время участия в политике многомиллионных масс трудящихся. Несмотря на то, что в выступлениях участвовали сотни тысяч вооруженных солдат и рабочих, насилия было относительно мало. Гигантские массы людей переходили с одной политической позиции на другую не под влиянием силы или угрозы применения силы, а исключительно под влиянием более убедительных идей. Сразу после свержения самодержавия наибольшей популярностью в народе пользовались марксистские идеи меньшевиков и неонароднические эсеров. Гораздо меньше сторонников имел либерализм кадетов, они были мало популярны в народе. Но, тем не менее, власть взяли либералы. Почему? Да потому что эсеры и меньшевики в соответствии со своим видением, марксистским видением ситуации, а ситуация, значит, классический марксизм говорил, что если революция буржуазная, а революция была буржуазная, то власть должна перейти к буржуазии. Вот они и отдали власть буржуазии. Хотя в феврале 1917 года советы могли взять власть в свои руки. Лишь в апреле 1917 года Ленин разработал оригинальную политическую линию поведения большевиков, которая говорила, что можно сделать революцию и социалистическую революцию в России. И вот этим идейным переворотом Ленин открыл путь России к социализму. До этого он был просто закрыт. По мере того, как либерализм Временного правительства показывал свою беспомощность в решении насущных проблем воюющей страны, в нем все более разочаровывались широкие массы, которые прежде поддерживали либералов только под влиянием более популярных меньшевиков и эсеров, но последние, разделив в третьем и четвертом правительствах ответственность с либералами, разделив с ними бремя власти в нелегкое для страны время, также не могли ничего сделать ни для решения текущих проблем, ни для осуществления тех стратегических задач, которых от них ожидали массы трудящихся. Ну, возьмем, допустим, тех же эсеров. Разработали их лидер Чернов, Виктор Чернов, разработал прекраснейшую программу социализации земли. За нее были все крестьяне. Реализуя ее тогда Временное правительство, и все, крестьянство пошло бы за ними, а не за большевиками. Большевики в первый день своего правления в виде декрета о земле реализовали вот эту черновскую, эсеровскую программу социализации земли. Все это привело к тому, что в идеях меньшевиков и эсеров, в идеях либералов, в среде рабочих и солдат все больше разочаровывались, им отказывали в политической поддержке. Интересно, что в политических событиях марта-октября 1917 года практически не принимали участие некогда многочисленные промонархические силы. Отречение царя лишило их такой возможности, поскольку он сам отрекся, у них не было идейной возможности бороться за престол. Занятое решением своих внутренних проблем практически не оказало влияния на события Русская Православная Церковь. В это время шел поместный собор, который выбирал нового патриарха. События 1917 года – это закрепление в социально-политической действительности того глобального переворота, который произошел в мировоззрении людей во второй половине 19-го, начале 20 века. В сознании политически активного меньшинства победил рационализм, который явился источником активности этого меньшинства. Подавляющее большинство народа еще руководствовалось в своих действиях православным, религиозным мировоззрением, но поскольку оно не давало убедительных рецептов по решению насущных экономических и социально-политических проблем, то это большинство пребывало в политической апатии и либо пассивно наблюдало за ходом событий, либо очень слабо рефлексировало на них. 1917 год – это кульминация напряженной идейной борьбы, два столетия, шедшие в сознании русского народа. Это момент победы рационалистических идей над религиозными. В ходе этой борьбы мы наблюдаем, как огромные массы вооруженных и невооруженных людей, порвавших с прежними мировоззренческими основами, мечутся в поисках новых идей и идеалов.
В этот период привлекательные идеи и убедительно высказанные мысли значили много больше, чем оружие, боеприпасы и боевая техника. С помощью слова социалисты останавливали военные части, шедшие на подавление революции, обращали их в своих союзников. Главная борьба велась на мировоззренческом уровне, в сознании людей, и ее, безусловно, выиграли социалисты в лице коммунистов и проиграли либералы. Исход борьбы зависел от позиции многомиллионных солдатских масс. Они еще были способны идти в бой против внешнего врага, но против внутреннего нет. Они сомневались. И это сомнение всегда губило вооруженные силы в борьбе с собственным народом. Сотни тысяч рабочих и солдат в столицах решали судьбу российского государства. Остальная многомиллионная масса в тылу и на фронте, потерявшая мировоззренческие ориентиры, была готова поддержать победителя. В начале 20 века социализм как идея имел, как я уже сказал, значительно большую и прочную массовую социальную основу, чем либерализм. Поэтому его победа в октябре 1917 года не является исторической случайностью. Если бы не принципиальная позиция меньшевиков, как я уже сказал, Советы могли взять всю полноту власти еще в феврале. Несмотря на то, что либералы получили в 1917 году большую часть власти, они не смогли с помощью государственного аппарата осуществить свои теории и убедить политически активное меньшинство в легитимности власти. Не подтвердив действенности программных идей, либералы обрекли себя на поражение, затем тоже постигло меньшевиков и эсеров. Победа и последующее 75-летнее правление большевиков были обусловлены их решимостью реализовать социалистические идеи, невзирая ни на какие объективные трудности, не считаясь ни с какими потерями. Поэтому главные программные идеи они начали осуществлять в первые часы своего правления, приняв декреты о мире, земле, власти Советов и так далее. Октябрьские события обычно называют вооруженным восстанием, однако на самом деле вооруженной борьбы в то время мы практически не наблюдаем. Хотя и метались огромные вооруженные массы, переходя с одной позиции на другую, главным оружием была не винтовка, а облеченная в слово идея. Именно привлекательные и убедительные идеи позволили победить большевикам. Ну, при взятии Зимнего погибло сколько? 8 человек. И то, наверное, случайно, от случайных выстрелов. Именно привлекательные идеи лишили правительство и военное командование силы и, наоборот, привлекли на сторону большевиков всех тех солдат и рабочих, до кого доходило их слово. Большевики были сильнее идейно, поэтому они тогда победили. Огромную роль в революции играли идейные и политические лидеры, те, кто создавал и продвигал идеи, мобилизовывал массы на их осуществление. В ходе революции выдвинулось много ярких личностей, однако наибольших успехов в реализации своих идей добился Ленин. Благодаря органичному сочетанию в его личности качеств талантливого мыслителя и выдающегося организатора. Уже в 1917 году произошло разделение на два больших лагеря, которые впоследствии получили название «красные» и «белые». В советской историографии, безусловно, правы были красные, а белые представлялись врагами народа, стремившимися сохранить свои привилегии, имущество, власть. В постсоветское время и в эмигрантской литературе белые – это рыцари без страха и упрека, борцы за свободную или православную Россию, а красные – взбунтовавшаяся чернь, быдло, захватившее власть. Диаметральность оценок поражает. Свои – это идейно близкие, они люди без изъяна и пятнышка, герои, жертвующие жизнью за народ или Россию, а враги – это худшее порождение дьявола, садисты, грабители, насильники. И так с обеих сторон. Но парадокс заключается в том, что гражданская война разделила буквально семьи, брат шел на брата. И они не отличались, эти братья, ни воспитанием, ни нравственными качествами. Ничем не отличались, кроме идей, которые одного привели в стан красных, а другого в стан белых. Страшная братоубийственная война, в которой каждая сторона следовала своей светлой идее, у которой каждая своя правда, за которую они должны и готовы убивать или жертвовать своей жизнью. Трагизм обострялся еще и тем, что в этой бойне гибло много неповинных и непричастных.
Противоборство непримиримых идей вылилось в обесценение жизни своей и чужой. Ради счастья трудового народа или великой и неделимой России люди были готовы убивать без счета, и больше всех убивал, естественно, победивший. Можно ли эту страшную страницу нашей истории рассматривать как положительную историю? Несомненно, можно. Это была одна из самых героических, трагических страниц нашей истории, в которых борьба за светлые, различно понятые идеалы идут рука об руку с колоссальной жестокостью в достижении целей и реализации идей. Это великая, трагическая, жестокая борьба во имя высших целей, которую с обеих сторон ведут люди ради счастья других людей. Можно ли такую борьбу назвать положительной? С одной стороны, у меня вроде бы язык не поворачивается назвать убийство соотечественников положительным явлением, но ведь называем мы героями наших солдат, отдавших жизнь за народ и родину, убивших врагов, пришедших на нашу землю. И не войну, но борьбу за нас, за наше будущее мы рассматриваем как положительное явление. Вот с этих позиций и гражданская война в России – это, конечно, прежде всего величайшая трагедия, но это и высочайший духовный подвиг идейно разделенного народа. И с этой точки зрения это, конечно, положительная история. Так же, как и смута начала XVII века на Руси, великим чудом закончившаяся тем, что народ сам освободил себя и русскую землю, навел порядок, избрал нового царя, это тоже в конечном счете положительная история. Для меня, как для очевидца, пока никак не может стать положительной нашей современной истории. Прежде всего, распад Советского Союза, в котором я родился, которому служил, за который воевал. Он пал разодранной идейной борьбой, когда коммунизм потерял привлекательность и убедительность для народа и самих коммунистов, когда активное большинство соблазнилось западной свободой и благополучием, страна распалась, бывшие братья превратились в злейших врагов. Будет ли эта история положительной, зависит от нас с вами. Если мы сможем, как наши предки в годы смуты, встать над мелкими личными эгоистическими интересами личного благополучия, сытой жизни ради кажущихся абстрактными интересов народа и России, если найдем новую великую идею, ради которой стоит жить и умирать, тогда вокруг нашего народа вновь сплотятся иные страны и государства, и мы благодаря своему примеру станем центром притяжения и центром мира. Тогда это будет, конечно, положительная история. Сможем ли мы это сделать, зависит от нас с вами. Вот на этой ноте я хотел бы закончить свое выступление. Благодарю за внимание.